Ну, ребята, всем привет, вы на канале Common Cage, и я сейчас монтирую видео. И хочу сказать, что вы перед началом подписались на мой второй канал, это Himself Football. Там мы снимаем очень крутые челленджи, думаю, вам понравится. Обязательно подпишитесь и расскажите о нем друзьям. Ну, погнали. Йоу, всем привет, вы на канале Call Me Cage. Если вы олд моего канала, то вы знаете, что мое самое популярное видео это, ребяточки, вот такая вот земля майнкрафтовская по клеточкам. Вот так вот она выглядит. Она у меня собрала 7500 просмотров. И я подумала, что можно нарисовать похожее. И сегодня с помощью одного, всего лишь одного карандаша мы нарисуем булыжник из Майнкрафта, также 8×8. Я думаю, также это залетит на кучу просмотров, но я на самом деле надеюсь. Ну, это очень легкий рисунок, всего лишь с одним карандашом. Ну, вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, кто кушает, приятного аппетита, и мы погнали. И значит что, сначала мы, конечно же, должны выделить 8×8. Значит, давайте. Все, мы выделили, супер. И теперь, значит, в одних местах мы должны, не надавливая, аккуратненько закрашивать, в других сторонах надавливая. Давайте начнем с правого верхнего угла. Значит, здесь в правом верхнем углу мы должны вот так вот три клетки, сильно надавливая, их закрасить. Отлично, супер. Дальше мы вот здесь пропускаем. И вот здесь вот мы, значит, вы должны выделить 4 клетки и их, сильно надавливая, закрашиваем. Вот так вот у нас получается. Отлично. Дальше здесь мы должны также выделить 4 клетки. Ну, точнее, здесь 5, а здесь 4. Закрашиваем. Супер, ребята, у нас классно получается. Дальше здесь мы на третьей клетке пропускаем. И должны также, сильно надавливая, закрасить 5 клеток. Let's go. Отлично. И здесь, ребята, то же самое. Мы закрашиваем, должны закрасить 5 клеток. Погнали. Супер. И теперь мы слабо надавливаем, остальное все закрашиваем. Let's go. И я вас, ребята, поздравляю. У нас получился вот такой бедрок. Всего лишь с помощью одного карандаша мы его нарисовали. Вы обязательно рисуйте и распространяйте этот вид, чтобы оно так же разлетелось, как и тот блок земли. Всем удачи, хорошего настроения и пока!